дитина розповідає, що касирам в супермаркетах не довіряє, адже декілька разів їй підмінювали штрих-код. Потім вони бігають, показують, що це там, я не туди посмотрела, туди і таке. Ось таке у мене було. Я оставляла товари, вони назад гроші віддавали. А на другий раз я вже тоді беру це саме, смотрю, підходжу і спрашиваю у касира, от по акції я покупаю, така ціна. Отже, хитрість – перша підміна штрих-коду. Найчастіше таке роблять, коли бачать, що людина багато чого купила і точно не буде перевіряти свій довжелезний чек. У пастку можна потрапити тоді, коли касир пробиває код вручну. І замість туалетного паперу набирає код дорогого віскі. Цінник висів в супермаркеті один, коли взяли товар – вышли на входе, смотрим, цена совершенно другая, но гораздо больше, чем была написана там. Вернули, отказались. Больше в этот супермаркет не ходим. Коли підходите в магазині до каси, ніколи не розмовляйте по мобільному і не відволікайтеся на дрібниці. Інакше касир легко кине вас на чималу суму. Як це відбувається? Дуже просто. Дає покупець 500 гривень. Натомість продавець просить 50 гривень, щоб зручніше було давати решту. Потім замість 50 просить 20-ку. Це і є головний трюк. Касир таким чином заплутує покупця і дає йому неправильну решту. Розраховуйтесь за товар, не полінуйтеся прослідкувати, щоб пробили все, що ви купили, а потім ще й чек перевірте. Інакше ви можете стати невинною жертвою змови – касира та охоронця. Касир пробиває вам весь товар, окрім одного, а на виході ви чуєте сигнал. До вас підходить охоронець і перевіряє чек серед ваших покупок. Охоронець знаходить неоплачений товар і все. Співробітник охорони вимагає з вас штраф, тисне на вас і погрожує поліцією. Отже, якщо не хочете стати жертвою касирів у магазині, одразу викликайте адміністратора і вимагайте виправити помилку та порахувати у вартість саме придбані вами товари за ціною, вказаною на цінниках у торговому залі. Це не діє? Вимагайте книгу скарг та пропозицій та пишіть скаргу на такі дії представників торгівельної організації. Якщо вас обрахували на касі, а касир не визнає своєї провини, викликайте керівництво магазину та вимагайте перевірити ваші доводи шляхом перегляду відео з камер спостереження. І не відходьте, допоки не отримаєте належні вам кошти. Отже, повертаємось до студії. Як і обіцяли, продовжимо розмову з нашим ранковим гостем, виконавчим директором Союзу споживачів України Максимом Несміяновим. Доброго ранку вам. Доброго утра. Дякую, що ви з нами. І так, варіанти зараз побачили те, що може бути і за махінації у супермаркетах. А якщо доповнювати цей список, є чим? Ну, в принципі, достатньо багато схем, то, що ваші описали, це один із варіантів. Ну, я думаю, на цьому стоїт остановитися, це основні все-таки. І хотілося б підчеркнути, що не підміна штрих-кода зачастую відбувається. Це технічна ошибка, це коли произошла невнимательність, і продавець, допустим, приклеїв то, що говорить, туалетну бумагу на, допустим, сладкую воду. А коли відбувається, допустим, рост цін, і не успіли обновити цінники, але в базі вже залили нові ціни. Коли покупатель приходить, він, вроді, на цінники бачив воду і в чеки пробили ему воду, но цена разная. В таком случае он в любом случае, согласно действующего гражданского кодекса, имеет право заплатить по той цене, которая была указана по ценнику. А что делать и как быть? Потому что лично у меня была такая вот ситуация уже, не знаю, где-то, наверное, полгода назад, когда за этот период уже успели поменять ценники. Пока я себе ходил, все это видел, смотрел, уже поменялись, обновились ценники. Как доказать, что вот так ну, было? Для молодого поколения самый простой способ, это просто, когда вы делаете покупки, делать одновременно фотографии на телефон. Вам потом не надо будет за кассой бегать по всему торговому залу и просматривать эти ценники. Вы можете просто фотографии просмотреть и сравнить их с чеком. Как быть с тем, что есть в некоторых супермаркетах ограничения, фото- и видеосъемка ограничена? Ну, пусть в данном случае вы просто должны им предложить вызвать полицию, продолжать свою деятельность дальше, сфотографировать. Вас не должно это беспокоить, охранники не имеют на самом деле никаких прав таких вот особенных. Он все, что может, это вызвать полицию, на том все закончится. Ну, опять же, полиция при едет, она не поймет даже повода, и они просто опять же уедут. И у вас даже к вам даже претензий, скорее всего, не будет. А если мы говорим о различных вариантах махинаций, да, если мы там понимаем, что нас обманули на какую-то сумму денег, как действовать в первую очередь, что делать?
Ну, в магазине, опять же, если так грубо все это провести, то есть обсчет основная, когда у вас, допустим, вам неправильно выдают сдачу. В таком случае вы просто обязаны вызвать охранника, администратора и сообщить, что вы дали, да, будет 200 гривен, а вам почему-то вернули не 200, а 50. Ну, то есть, ну, вернее, вам вместо 100 гривен сдачи дали 50. В таком случае вы должны вызвать охранника, они должны закрыть кассу и просто пересчитать кассу. Это все очень легко подводится, то есть они подобьют сумму, какая должна там быть и сколько там на самом деле. То есть, расскажу из случая на Николаевском вокзале, это не супермаркет, но реальный вокзал. Девушка дает за билеты 5000 гривен купюрами по 50 гривен. Она дает, кассир говорит, у меня нету здесь машинки, и уносит куда-то в другую комнату. И возвращает, говорит, тут не хватает 100 гривен. И все. И ничего же не докажешь, если она даже изъяла из этой суммы 100 гривен, то есть все подсчеты должны производиться при вас, неважно где, в супермаркете, на вокзале. Но и девушке пришлось в данном случае заплатить 100 гривен, потому что она фактически оказалась в том положении, что доказать свою правоту невозможно. Деньги были просчитаны не при ней, а в другой комнате. Ну это так, вы знаете, тема не из этой, но просто то, что я видел на Николаевском вокзале. Как факт того, что может быть, да. А если мы говорим о различных этих махинациях, да, мы вызываем как администратора, к кому обращаться в первую очередь? Конечно, администратор. Администратор уже вызовет старшего смены, охранника, там, то есть в таком вот случае. Это мы говорили про обсчет на кассе. Да. Также есть еще обвес. Обвес в магазине или когда вы выходите за кассу, должны быть контрольные весы, и вы обязаны перевзвешивать весь товар. Неважно, это производителя или супермаркета. Если это производитель, зачастую существует производственный брак, когда, допустим, вместо килограмма гречки, там 600-700 грамм может оказаться, но пакет килограммовый. Если это, допустим, фасованная продукция в супермаркете, есть такое понятие, как усушка, то есть колбасы усухают, ну, высыхают достаточно быстро. И вы смотрите, если достаточно большая потеря, там больше 2-5%, вы должны вызвать, опять же, администратора, они должны пересчитать и вернуть вам разницу. Ну, то есть проблемы, по сути, не должно возникнуть. У вас проблем вообще не должно там никаких быть. Вы покупатель, вы правы, вы не нарушаете закон, а вот все, что связано с человеческим фактором, с техническим какими-то там процедурами, процессом, то, что там, допустим, какая-то проблема в магазине сложилась, это вас не должно беспокоить. Опять же, у меня был чек с Николаева, когда, я не знаю, это был фотошоп, не фотошоп, но в супермаркете, допустим, все кассир сделал правильно, цены указаны правильно, но общая сумма вышла неверная. То есть вышла больше и в сторону, в данном случае, магазина. Если такое с вами произошло, знаете, вы выиграли почти лотерею, и вы можете требовать на очень солидную скидку, вплоть до того, что за чек вообще не заплатить. Это обсчет, и с таким вот чеком можно жаловаться и в налоговую, и в защиту прав потребителей органов. То есть у них достаточно будут серьезные проблемы, и вы должны им предложить полюбовно решить этот вопрос, но в вашу пользу. То есть, друзья, покупайте побольше и считайте потом внимательно. Да, да, то есть любой обман, который идет в вашу сторону, вы всегда можете перекрутить. Вы должны, можете сообщить, что я могу вызвать полицию, мы можем зафиксировать факт мошенничества, обсчета, обмана, то есть обвеса. Это все административные, то есть штрафы, но это, опять же, это публичные какие-то дивиденды. Вы можете это все снимать на телефон, выгружать в социальные сети, и от этого, в принципе, страдает магазин. Поэтому они должны пойти к вам навстречу и предложить как-то моральный ущерб ваш закрыть каким-то путем. Если говорить техническую часть этого вопроса, да, вот такой обсчет, это происходит по, скажем так, желанию самого кассира, или это просто может быть сбой какой-то техники? Смотрите, под большие праздники есть схема, когда нечестные кассиры устраиваются, допустим, в большие сети, и вот на моменте, когда идут большие, то есть покупки, он вам может сообщить стоимость больше того, что реально выбивается даже на чеки. Расчет ставится на то, что люди перед праздником расслабляются, они не обращают внимания, то есть он понимает, что у него там будет гривен 300, а он ему говорит 320, да, и он говорит, ну, может, что-то я взял не то, да. И вот на этом вот технически, то есть тут вот кассир конкретно хочет заработать. Он может работать как сам, так в связке с охранником. Дальше, это может быть, опять же, техническая какая-то, то есть проблема, то, что не обновили цены, не залили. Это уже тоже не ваша проблема. То есть надо в любом случае быть внимательным. Если вы внимательны, вас, скорее всего, то есть у вас 90%, что вас не обманут, вы всегда поймаете кассира за руку, и кассир будет наказан, то есть вызовите администратора и магазин, то есть и кассира, или если он вас специально обсчитал, то его оштрафуют или выгонят. Есть еще один такой вопрос, с кем тоже, это уже более проблемный, без обсчета, без всего. Если, например, да, на территории магазина разбивается какой-то товар, в данном случае, как, кто виноват, кто должен заплатить? И как быть, если, пробивая этот товар, кассир отдает, скажем так, вам, например, ту же банку, она катится и разбивается? Как быть в одном и втором случае? Кто где виноват и кто платит, кто возвращает? Ну, смотрите, согласно действующего законодательства, все, что было разбито в торговом зале, это имущество магазина. И магазин, если
у него есть большое желание, может идти обращаться, то есть с позовом до вас, ну, в суд. Но это достаточно продолжительная такая процедура, опять же, надо будет заплатить судебный сбор, и т.д. и т.п. Это невыгодно магазину. И вы просто должны им сообщить, опять же, они должны доказать, что вы виноваты, и что, допустим, знаете, проблема не в том, что вы разбили бутылку. Вот мы проводили огромнейшее количество рейдов, когда бутылка стоит или банка на самом верхнем ряду, нету этих бортиков, ты ее тянешь, и каким-то образом, ну, они так выставляют, что и падает соседняя. То, что они разбилась эта бутылка, это меня вообще не волнует. Факт, что они могли этой бутылкой, она могла у меня упасть на голову или на ноги, то есть, когда мы проводили рейды, журналисты как бы не обратили на это внимание факт, и мы разбили пару бутылок, а потом мы выходим, а он был в шортах, парень. Мы смотрим, а у него ноги кровоточат, эти осколки маленькие, оно вроде сразу не видно, но оно все попало в ноги, в обувь тряпичную, все, эту обувь надо выкинуть, там же стекла мелкие. То есть в данном случае мы можем говорить не только о том, что они, вы не должны платить, а еще в том, что если вам испортили одежду, испортили то есть какие-то аксессуары, вы уже можете стоять из магазина требовать, чтобы вам закрыли эту расходную часть, потому что из-за того, что они пренебрегли техникой безопасности, вы мало того, что чуть не пострадали, так понесли еще и материальные издержки. Если у нас товар, который уже пробит, и чаще всего кассы устроены так, что вот металлическая идет такая, да, под наклоном, катится и разбивается, как бы здесь? Потому что, по сути, это уже ваш товар. Да, по сути, это ваш товар, вам надо вызвать администратора, все-таки сообщить ему деталь, что из-за того, что у вас какие-то проблемы, вот товар, который я еще в руки не взял, но мне его положили, он скатился и разбился, то есть я прошу, чтобы вы мне его заменили. В магазин в цену, в стоимость товара закладывают изначально все эти издержки, то есть разбил или товар, не продался, вот, то есть, скорее всего, просто спишут, можно найти какой-то общий язык, но это все касается больших сетевых магазинов. Если вы с такими претензиями выставите, допустим, в маленьком каком-то кустарном супермаркете, ну или как мы вот проверяли, вот в Николаеве вы же видели, то, скорее всего, вам вообще никто ничего не закроет, на вас еще будут орать, кричать, что вы такой растяпа, как это у вас упал товар, почему мы должны за него платить. К сожалению, бизнес-культура в Николаеве на самом деле очень низкая, если ее можно назвать культурой, поэтому надо быть очень внимательным, и товар, который катится, лучше сразу поймать. Если мы уже затронули тему Николаевской культуры. А еще хотелось бы отдельный контекст, когда они вам дают пакетик, вот заметьте, как часто пакеты разрываются на месте. Вот, вот у меня часто был случай, ты ложишь в пакет какую-то продукцию, у него дно отрывается. И вот тут в данном случае можно опять же вызвать администратора, и все-таки надо их додавить, чтобы они вообще эти пакеты убрали, потому что часто завозят какие-то пакеты бракованные. Ну, покупатели, которые с этим сталкиваются, они знают, это, когда ты там ложишь хлеб, а он падает прямо напролет. То есть в данном случае вы не виноваты. Надо, если какие-то моменты спорные, вы видите, что они ведутся неадекватно, а идеально это снимать на телефон и сразу же вызвать полицию. Мы вызываем полицию или есть еще какая-то служба, которая может помочь? На месте по факту только полиция. Только полиция. Да, то есть если они невменяемо себя ведут, начинают вас за руки тянуть, предлагают пройти на камеры, посмотреть. Вы без полиции никуда идти не должны. По одной простой причине. Если вы зайдете туда вот в подсобку, и они вам предъявят какие-то аргументы непонятные, не дай бог они вас там начнут толкать, вы потом будет вам очень сложно доказать, что с вами вообще что-то там происходило. Там обычно камер нет, и если они есть, они могут их потушить. Или вот как у нас был случай, мы проводили проверку, и у журналистов украли штатив. Украли штатив, и приехала полиция, и они просто охранники говорят, идите вон отсюда, через 10 дней мы вам вышлем видеозапись. И полиция развернулась и уехала. Ну, то есть ситуация такая, что сегодня на самом деле полиция сейчас, это в городе Киеве происходило. Что в Николае может произойти, вы сами понимаете. Тут вообще могут, наверное, и полицию выгнать сразу. Если мы говорим о бизнес-культуре, скажем так, о культуре в супермаркетах, а если сравнивать Николаев и другие области, насколько здесь проблемная ситуация, потому что часто во время рейдов от вас, скажем так, слышна фраза, что в Николаеве больше всего просрочки. Не, ну тут просто так вышло, что просрочки очень много, в принципе. Вот мы были во Львове на той неделе, там тоже проверили такие же аналогичные иностранные сети, тоже много просрочки, но там более такая, знаете, культура, люди ставятся, ну как-то подойти, извиниться, им очень стыдно, и директору плохо уже. Мы говорим, вы не переживайте, вы просто исправитесь, мы там вам дадим вам 2 недели, в принципе, а вы через 2 недели приедем к вам и скажем, ну посмотрим, что изменилось. То в Николаеве, если вы нашли, вот как мы в этой сети нашли просрочки, там и детское питание 3-месячное, то он стоит, он еще и умничает, понимаете? Он вместо того, чтобы сказать, извините, мы виноваты, а он начинает еще рассказывать, что, а че вы пришли, а я вас не звал, кто ты, царь, бог. Ну, то есть, Николай, такое ощущение, что каждый второй царь, бог, а ты пришел, и неизвестно кто, а ты покупатель, ты для них на самом деле тот человек, перед которым они должны
просто стелится и говорит, приходите к нам еще, и т.д. и т.п. То есть в Николаеве сервиса нет, продукция страшная, и вопрос, то есть они как-то меняются у вас, конечно, в Николаеве, то есть, ну, то есть угу. просрочки становятся, конечно, меньше, но надо посмотреть на долгом промежутке времени, что изменится. Ну, опять же, Николаев больше похож на Одессу, но в Одессе более наглая, вот мы проверяли Одессу, да. И плюс в Николаеве, если в Одессе, допустим, бывают журналисты как-то, то в Николаеве, я так понимаю, это редкое явление, когда к ним приходит огромнейшее количество журналистов в супермаркеты. Они в шоке. Да, и потому они начинают себя как-то неправильно вести, как-то реагировать на это, как-то какие-то эмоции подключить. Может, в обычной жизни они себя так и не ведут, но вот на камеру выходит самое то, что... Самый рейтинг. Да. Поэтому вот так, друзья, но на самом деле не хотелось бы заканчивать наш разговор на негативе. Хотелось бы сказать, что возможно исправиться, будем надеяться. Следующие рейды ждем. Да, я хотел сказать, что все-таки законодательство меняется. Появился закон 0906, он усилит позиции органов защиты прав потребителей, которые, ну, государственного органа. И но это он будет начнет работать с следующего года, и вот я надеюсь, что через год хотя бы мы начнем что-то в стране меняться. В ближайший год вам надо быть очень внимательным и очень осторожным. Вот так, друзья, такие вот советы от нашего утреннего гостя.